Всем привет! Сегодня отличная погода, светит солнышко, хотя передавали дожди, и мы очень рады этому. Когда мы сегодня проснулись с Кристиной, мы увидели это солнышко, сначала залипали долго в Инстаграм, в ТикТок, какие-то видосики, и у нас пришла идея сегодня вот с Кристиной попробовать повторить какие-то трендовые видео, сделать такой челлендж. Я думаю, это будет очень весело, потому что мы все утро просто ржали с этих видосов, это было очень смешно. Сейчас направляемся в кафешку встретиться с Таней, с нашей подругой. Там мы как раз выберем все те лучшие видосики, которые нам больше всего зашли сегодня утром, и попробуем их повторить. Что это за модная Жиночка тут пришла? Привет. Приветик. Ты куда, Тань, собралась? На Северный полюс. Сейчас из-за дождь был, и ураган у меня на балконе. Смотри, одела тут и мартинсы, и курточку кожаную. Сейчас жариться будет, Тань. Ну, я уже сжарилась, пока по пляжу туда, под солнышком, еще в черном. Так, ребятки, полиция едет, и мы сразу прячемся. Типа мы в масках идем. Все, хорошо все. Ну, смотрите, какие добропорядочные девушки у нас. Все в масочках. Да, никогда в жизни. Пришли мы в кафешку, Sunset она называется. Таня тут всех знает, у нее Boss Friend скидка. Ну, тут хорошие ребята. Ну да, бутерброды крутые я делают. Я просто раньше сюда часто приходила с подругой. Вон, Кристину не оторвешь от бутерброда. Как прикусила. Пустые. Прикусила бутерброд, так нормально. Итак, я уже скачал первый TikTok, просто на компьютере вставил ссылочку в браузер, он у меня скачался. Кстати, если вы тоже интересуетесь, как вообще можно скачивать с Инстаграма, на всякий случай я оставлю ссылочку снизу. И смотрите, вот я Тане скинул на телефон этот TikTok, который мы первый хотим сделать. Вот он, такой смешной, с этими девочками, китаянками. Получается потом, чтобы повторить это видео, вы заходите вот в плюсик, добавить Reels. И тут выбираете вот это скачанное видео с интернета. И теперь вы нажимаете «Добавить». И вот видите, тут есть такая функция, как выравнивание. Это выровнять, в общем, по-русски. Нажимаете, и вот появляется такая прозрачность. Дальше, я думаю, уже все понятно, как что делать. Так что вот вам такой лайфхак. На самом деле я не знал, как правильно это все соединять. И вот вчера клацал в Инстаграме, и такая вот идея появилась. Ну, наверное, многие об этом знают, не знаю. Сама девчина такая, я коробушу наподаю. Так, ну все, вот эти мадамы готовы. Кристинка, и мне вот сюда надо сейчас подойти. Только вот единственное, что движение. Вы поняли, что надо делать вообще или нет? Да. Дея, скажите, где... Да, да, да. Дальше, дальше, дали. Чуть присядем, чуть, давай-ка, подожди. Я как будто там рожаю. Я не думала, что так сложно будет записать 11 минут. Ну что, вроде получилось. Ого. Я просто боюсь животу прикатываться. Ну все, я думаю, нормально. Так, ну что, первый TikTok мы наконец-то сделали. На самом деле оказалось это гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Мы потратили где-то, я не знаю, часа пол на эти 11 секунд. Давай, Таня, танцы. Воу, воу. Будем связаны TikTok'а. Так, ну что, сейчас будет сексуальный контентик. Тикток будет просто огонь горящий. Приготовили платьечко тут. Воу, воу. Полегче, полегче. На дискотеку собрали, что ли, да? Не нагулялись. Следующий тикток снимаем возле двери. Так, готово? 4, 3, 2, 1.
Присаживайся. Инвалид, а? Мне надо вот так вот. Садись. А ты видела, как я захожу, такая пузика даже? Да-да. Так, ну что, третья попытка этих двух мадам. Готовы? Через 10 секунд будем. Чё такого? Ты бы слышал этот хруст колена, который сходит от... У меня травма, я такая, как не могу ходить. Мне кажется, можно будет услышать этот звук на видео. Так, ну что, образ изменился у девочек, теперь они не настолько привлекательные, как в первом. Но зато это выглядит очень смешно. Ну как, хозяюшки мои, смотрите, такие хорошие. Что вы тут собрались делать, девочки? Я, конечно, все понимаю, но, блин, ну, так. Кристина, все-таки гостеприимство, ну, как так? Ну, так надо гостеприимство, ну, и убирать надо за собой. Все-таки за собой убирать. Таня, ты что тут нарабыла? Ты тиктоки снимаешь. Да, конечно. А теперь выставляем в историю. Тани в Инстаграм, а? Не, пожалуйста. Юра скажет, что вы тут делаете вообще? Своей хаты мало. А давай реально реакцию Юры засни. Кристина, этот унитаз вот так вот. Сняли мы второй ТикТок, оказывается, это занимает очень много времени и, в общем, жизненные реалии. Тане надо идти готовить, кушать. Юрцу, да? Таню, мужа Таню. Для любимого. Ну ты что, нас покидаешь, что ли, уже? Да. Ну зачем? Оставайся. Я завтра приду. Завтра придешь? Конечно. Точно? Конечно. Обещаешь? Приду. Обещаю, накормлю своего. А ты что там? Любимого. Что ты там смотришь? Ну, что ты там ищешь, а? Завезем Таню домой и съездим еще в магазин, потому что скоро закрываются все магазины, комендантский час, и нам надо успеть, да, купить продукты. А потом мы еще собираемся с Кристюшкой снять два ТикТока, которые тоже очень смешные. Идем снимать следующий ТикТок, Таня. Следующий ТикТок мы должны снимать в машине. Как я вас выдерживаю, и да? Машину зараз поломаю. Смотри, я там помыл ее. Видишь, как она красивая изнутри? Пахнет. Давай. Хоп-хоп. Да-да-да. Ручку, оп. Все, Таня, не уходи, оставайся с нами. Адио. Иду свои туалеты мыть. Давай. Ну что, мы приехали в Lidl. Давайте быстро сделаем покупочки и возвращаемся домой снимать дальше видосик. Да, Кристюш, ты готова? Погнали. Да. Давай, быстренько, быстренько. Кристинка полностью занята подбором товара, мне скучно, и в магазине интернет не ловит, так что даже в инстаграмчике не посидишь, в принципе. Ну, Кристюшка, у меня хозяюшка, все покупает, да? Ну, да. Список уже в голове сразу встроенный. Ну, да, потому что я, в принципе, всегда одинаково покупаю. У тебя даже маршрут, я заметил, похоже, нет? Да, иногда только я что-то другое беру, когда уже наскучивает то, что мы всегда едим. Мы дома, сделали наши уже покупочки. Кристинка уже все разложила. Такая у меня хозяюшка, молодец такая. Да. Сейчас заснимем видосики и будем уже ужинать. Да. Осталось нам еще два видосика снять. Пишите в комментариях обязательно, как вам еще такой формат, потому что мы сегодня насмеялись, просто не могу. Пилишь ногтики, смотришь на него, улыбаешься, прикусываешь губку. Так, показываешь ему лак, вот, ему понравилось, да, теперь красишь ему ноготочки, да. Нервная,
такая. Так, ну что, ребят, мы сняли предпоследний ТикТок. Особенно актуально будет девушкам, кто занимается ногтями, я думаю, это посмотреть. Пишите обязательно в комментариях, как вам он вообще зашел или нет. Но прикольно, мне нравятся такие штуки делать, это весело, и можно как-то поржать тоже. Пошлите уже последнее доснимем, и на сегодня уже миссия будет выполнена. Мы отсняли все тиктоки, которые хотели, и уже 9 часов вечера, потемнело, так быстро пролетело время на самом деле. Кстати, насчет последнего тиктока мы сделали две версии. Мне кажется, то, что вторая версия вышла намного круче, чем первая. Если хотите ее посмотреть, то посмотрите ее в тиктоке по ссылке, указанной снизу. Также не забывайте писать в комментариях, какие тиктоки вы уже видели, какой из наших тиктоков вам понравился больше, чье-то лицо, эмоции, не знаю, пишите обязательно, нам очень будет интересно почитать в комментариях. Крестюшка занимается приготовлением салатика, мы уже хотим перекусить. У нас тут под окнами еще певец один поет. Да, очень смешно, кстати. Жизнерадостный человек. Да, поёт. У нас тут индийские страсти. Да, расскажи, что тут приготовила такое вкусненькое. Да, салатик с козьим сыром. Салатик с козьим сыром. Будем кушать. Да, классно. Овощные. Они типа овощные. Всем доброй ночи, спасибо, что были с нами. Вроде бы ничего не делали такого продуктивного, но в итоге устали, хочется спать. И завтра будет новый день, новые планы, новые заботы. Так что всем пока и до завтра.